Certo, ti trovo anch'io. Provincia si scioglie.
auch gegen dich. Mein Nikodeschma war sämtliche Igel auf. Это его вот усилить. Любой момент могут усилить. Так, где тут еще что-нибудь хорошенькое? А, вот. И вот так вот, вот сюда, и это. Повысить уровень героев таверны. Повысили. Сразиться на арене. И подходит. Так, защита это нормально. Да, очень хорошо. Очень, очень хорошо. Тем более, что здесь критический шанс еще. Небесный критический шанс. Здесь критический урон и критический шанс. Замечательно. Если бы еще шестая звездочка была. Они 5. Вот это никудышно, никудышно. Если у здоровья здесь должно быть процентов здоровья, тогда хорошо. А так не очень. Вот еще шестая звездочка, и было бы вообще замечательно. А так, наборчик хороший, сопротивление, скорость, критический шанс. Критический урон. Вот здесь лучше иметь критический шанс, а не критический урон. Тоже никудышный, но можно использовать. Может, мы на дополнительных 100 сделаем критический шанс. 100. Вообще, критический урон на амулетике есть. А здесь на перчатках критический шанс. Самое выгодное. Так. Так. Здоровье. Атака, меткость, атака. Для тех, у кого урон от атаки. Никудышная, никудышная. Критический шанс, здоровье, атака, скорость. Никудышная перчатка. Ну что делать? У меня мало таких. Небесная скорость. Критический шанс. О, вот это хорошая вещь. И это в процентах, и это проценты. Но это не проценты не бывает. Меткость тоже хорошо, а вот меткость не бывает в процентах. Тоже все замечательно, только шестую бы еще звездочку и вообще. Я раньше.
женку еще бы что-нибудь открыто было, тогда вообще тогда сразу прокачивать бы стали. Критический шанс, защита, атака. Для тех, у кого урон от атаки. Оранжевый. Атака, здоровье никудышное, сопротивление. Все остальное никудышное. Только зачем? Защита, значит, у него урон от защиты. А здесь еще атака. Ну, бывает и от того, и от другого. Урон от защиты и атаки. Вот для этого и нужен этот доспех. Для этого чемпиона. Чемпионистого. Че ты туда с... Пиво. Забрать. Ничего не продали. Потому что жмоты. Жмотики. Так, вторая лига. Базар. Заходите на базар, покупайте самовар. Это вот этот частиц берите. Каждый день, 100 дней, и у вас вот этот вот персонаж будет. Персонаж. О, вот этот вот у вас будет. Через 31 день у нас. И то, если мы все время будем заходить. А то мы забываем заходить на базар. Поддержка. Башня судьбы, она же роковая башня. Рок – это судьба. Тик. Е-е-е. Уровень 15, логово дракона 10 раз в режиме автобоя. Перейти. 10 раз. Можно. Можно. Отключить видео. И пройти эту ляку. Это мероприятие пару часиков займет.
Нужно было посмотреть, сколько, за сколько мы проходим это. И прибавить к этому нолик. Как всегда ограбили. Ничего, подлый народ здесь. Стоит только на несколько минут выйти, вас ограбили. Потому что подлый народ. Народ подал. Так это мы починили. Дальше. Сундук. А что в сундучке? А в сундучке у нас... Что там у нас? А, вот эти вот штучки. Горсть кристаллов. Назвали бы рубинчиками. Здесь еще какая-то хрень плавала. Но растворилась в тумане. А, вот она. Так.
слепить. Слепить в экран, паразит. Что это за хрень? Время искателей. Сезон. Третья неделя. Шесть дней. До конца сезона. Тут очередная битва кланов. Не приставай! Так. Один день, ноль часов. Все, у нас нет шансов. Потому что... появляются они. Игрок живой, а не помер. Один день назад был. А мы бьем только мертвых. Потому что мы сидим в глухой обороне. Не нападаем. Видите, что творится? А. Щит. Так. Всё. Дальше у нас. Никудышная игра. Противная такая. Фу. Мы сюда только заходим, контейнеры открывать. Хотя теперь у них ничего интересного нет. Бустеры придумали и туда суют вместо танков. Всякое дерьмо. Вся игра омерзительна. За вас игра решает, победите вы или нет. Можете на левую сторону вывернуться. Но если решили, что ваша команда проиграет, значит проиграет. И хоть ты тресни, омерзительная игра. А танчики замечательные, такие симпатичные. А игра омерзительная. Все вот это вот стукачество. С партией. Не принято сопротивляться, если боги решили, что победа достанется врагу. Нужно сложить оружие и погибнуть. Вот так вот. А то орут вечно. Это Спарта. Вот так. А здесь наоборот. Если не будешь сопротивляться до последней капли крови, то настучат и забанят аккаунт. Омерзительно, омерзительно все это. Вытягивание бабла из детей, из детей. Как шулеры.
точно как шулеры дают выиграть, чтобы интрузизм появился, а потом до нитки обчищают. Здесь сам игрок не нужен, все за него делает игра. И просирает бой тоже. Пошли дальше. Они еще выставят нам претензию из-за этих звуков. Мы используем их материал в обход авторского права, соблюдения, ужас. Придется стереть видео. Какую гадость кладут в коробочки. А если не хочешь гадость, то покупай коробочки. Но там тоже гадость. Контейнер «Безумная маскировка». Зловещая маскировка. $3,390. Они охренели, что ли, совсем? Детей последние штаны снимают. Так. Сейчас опять это буханье будет. Отключимся пока. Интересно, можно отключить шумы в заставке? Где звуки-то? Это графика. Маркер. Худ. Дурдом какой-то. А, вот. Записывать реплей. При
приглашение в друзья отключено, получать сообщение только от друзей включено. Не отключаются шумы заставки. Вот зараза. Ух ты. СУ-100. Надо же, слышали мое сквернословие. Подсунули никудышную самоходку, огромную, как собака. Она у нас есть или нет? Теперь есть. Конечно, симпатичный, а играть в эту гадость нет никакого желания. Омерзительная игра, омерзительная. Ужас. Ну ладно. Хватит. Контейнеры открыли, танк получили. Все. Миссия выполнена. Это мы пока выключали видеозапись, зашли сюда и снова запустили. Ладно, пусть сражаются. Нам еще 9 сражений нужно. На автобое. 15 уровень. Кого-то там. То ли дракона, то ли еще кого. Наверное, дракона. Ну ладно.